Не, не ломай, ничего не ломай. Не надо. Мы тут обсуждали. Нет, смотри. Вообще, то есть шоу гораздо менее энергичное и драйвовое, чем могло быть. То есть мы договорились, что мы не будем бить людей. Я хотел, но мне запретили. И мы не ломаем вещи. Я тоже хотел, причем я хотел совместить процесс. Но мне сказали, не надо. Мы у нас тут... Давай в другой раз. Давай в другой раз специально людей предупредим. То есть мы-то с тобой понимаем, что я бы это делал высокохудожественно, как вот искусство. И только тех, кого люблю, потому что бьет, значит, любит. Но ладно. Мы договорились, значит, все. Все, не бьем. Сейчас песня бывает о том, как нужно договариваться заранее, а не впоследствии. Я не понимаю. Вот. Ну ладно, ребят, кто впечатлительный, там беременные женщины, там дети, можете пока погулять минут 3-5. Как бы вот, ну, как вам безумие? Нормально? Мы же просто обещали безумие. Достаточно безумия? Достаточно, точно? Нет. Нет? Вот кому не хватает. Вот кому еще надо, сейчас он будет доволен. Жди! А все остальные убегают. Сейчас я буду. Люди, которые на звуке, здесь сейчас будет очень громко, я вас предупредил. Ладно, я всех предупредил, всем дам возможность уйти. Все, кто не ушел, тот сам виноват. Запускаем утку. Запускаем утку. Ты меня не понимаешь!